Сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза продлены до 30 сентября этого года. Таким образом, граждане, которые временно везли автомобили и другую технику до указанного времени, освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС. И, соответственно, они не подпадут под административные меры и уплату таможенных платежей. Оформление не потребуется. Информация будет рассылаться по всем пунктам пропуска департамента внутренней территории. Они сами будут уже проводить контроль. После 1 марта